Это дождь. Серебряный дождь, Нижний Новгород. 104 FM. Специальный репортаж. И, друзья, радиостанция «Серебряный дождь» продолжает рассказывать своим слушателям о роуд-шоу Land Rover Jaguar, который сегодня на трассе Нижегородское кольцо организовала компания «Автолига», официальный дилер Land Rover Jaguar. В рамках тест-драйва нижегородцы, настоящие ценители великолепных британских автомобилей, могут прочувствовать всю мощь, роскошь, красоту таких автомобилей, как Jaguar XS, Jaguar XG, Range Rover 4-го поколения, Range Rover Sport, Range Rover Evoque, Discovery 4, Freelander 2 и легендарный Defender. И в прямом эфире с роуд-шоу Land Rover Jaguar Ирина Серова, спецкор «Серебряного дождя». Люд, привет еще раз. Да, я по-прежнему здесь, на трассе Нижегородское кольцо. Спасибо компании «Автолига» за возможность быть на Jaguar Land Rover Roadshow здесь, на Нижегородском кольце. Все больше и больше гостей подтягиваются к нам, хотят провести хорошо время, в хорошей компании, в приятной, испытать автомобили, Jaguar, Land Rover. И рядом со мной Светлана, прекрасная, энергичная, позитивная автоледи. Она приехала сюда из Богородска. Она уже испытала очень много автомобилей. Я думаю, Светлана сама сейчас все расскажет. Люда, передаю ей трубочку. С удовольствием пообщаюсь. Здравствуйте, Светлана. Да, добрый день, Людмила. Светлана, я вас поздравляю с тем, что вы сегодня дебютируете в эфире радиостанции «Серебряный дождь» Нижний Новгород. И поздравляю вас с тем, что вы стали действительно участницей такого грандиозного, я не побоюсь этого слова, мероприятия, как роуд-шоу «Jaguar Land Rover», которое вот «Автолига» для нас всех сегодня организовала. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Светлана, вот вы на каком автомобиле сама ездите и какие машины вы успели протестировать на трассе? Сама езжу на Land Rover Discovery 4. О, серьезного человека, я вам хочу сказать. Конечно. Вот, протестировали этот же автомобиль, то есть сегодня узнали его возможности, увидели воочию, были очень поражены такой возможности, мы не ожидали, если честно. И так были уверены в этом автомобиле, но сегодня испытали то, что даже бы, наверное, в нашем мозгу никогда это и не созрело, что это автомобиль это может делать. А скажите, пожалуйста, вот, Светлана, вот самое первое ощущение, что вас, может быть, более всего поразило, удивило? Вот если вот вас спросить в любое время, днем и ночью, вот чем вам более всего понравился новый Range Rover? Его мощью, то есть такая мощь под капотом и такие возможности, автомат полный. Он думает за тебя, он твой помощник в дороге, во всех вот этих трудных ситуациях. Это просто супер. Светлана, вот можно еще вам один такой вопрос задать? Я сама тоже очень люблю эти автомобили, вообще большая поклонница внедорожников. Вот скажите мне, пожалуйста, я вот не могу для себя ответить на один вопрос. Вот как Land Rover'у удается сочетать с одной стороны мощь, да, а с другой стороны элегантность? Вот как вы считаете, почему? Я думаю, самый простой ответ. Они же англичане. А, это настоящий британский стиль? Я думаю, что да. Свет. Если человек один раз хотя бы познакомился с англичанами и немного с ними пообщался, я думаю, что здесь будет все понятно. То есть англичане не только хорошо умеют играть в футбол, сочинять великолепные рок-композиции, но у них еще очень хорошие автомобили, такие, например, как Range Rover, а также и Jaguar. Света, да. Спасибо вам огромное за то, что вы были в нашем эфире. Спасибо вам. Удачи вам. Далее тестируйте, чтобы все у вас было хорошо. Ира? Спасибо огромное. Ира? Наш специальный корреспондент Ирина Серова, напомню, работает на роуд-шоу Land Rover Jaguar, которое организовала в Нижнем Новгороде компания «Автолига», официальный дилер знаменитых британских марок. Ира, ты далее, я так понимаю, изучаешь модельный ряд, да, общаешься? Да, я, знаешь, еще хочу добавить, что здесь на Jaguar Land Rover роуд-шоу есть возможность не только испытать автомобиль, но также можно освоить рукоделие, поиграть в мини-гольф и попрактиковаться в стрельбе из лука. Вот даже так. В общем, здесь все очень интересно, но пока это у меня все, и, наверное, через полчаса я расскажу еще что-нибудь интересное. Ой, спасибо тебе большое. Кстати, забыли еще один плюс поставить англичанам. Это же самые лучшие в мире лучники. Они всегда хорошо стреляли из лука. А тот, кто метко стреляет из лука, попадает точно в цель, этот человек, естественно, будет ездить на настоящем британском автомобиле. Еще раз напомню вам, что это роуд-шоу. Буквально минут через 20, а может быть через 25, снова в нашем эфире появится Ирина Серова и расскажет о роуд-шоу Jaguar Land Rover, которое организовала компания «Автолига». Специальный репортаж.